Смирись, тебе моей силы не видать. Нокаус! А похоже, что я нуждаюсь в твоей силе. Ничего так голос. Sonic в кино 2. Всем здоровья, ребята, с вами Джаст Сава, и сегодня у нас реакция на трейлер Sonic 2 в кино. Честно, я очень жду вторую часть. Я смотрел первую часть кино, так скажу, мельком. И, в принципе, мне, кстати, кино понравилось. Были, конечно, некоторые кринжовые моменты, заезженные моменты, а под кринжовыми я имею в виду пердящий Sonic. Если те, кто смотрели фильм, я думаю, понимают, о чем я. Ну, да ладно. Ну, наверняка уже все забыли еще об истории, как там редизайнере Соника. Но благо, второй части это не нужно, потому что и так уже редизайн был в первой части. Поэтому я ожидаю, что во второй части графика будет у Соника получше, потому что в некоторых моментах в первой части графика была... Ага. Ну, потому что не так много бабок потратили на сначала одну графику, а потом на редизайн еще. И, в общем, во второй части должен появиться Тейлз, еще и Наклз. И, короче, вторая часть должна быть намного круче первого. И будем надеяться, что киновселенная Соника действительно будет развиваться и действительно будут выходить разные проекты, а то и сольные других персонажей проекты. Ну, короче... Ладно, смотрим. Я в предвкушении. И, кстати, интересно. По поводу, кстати, еще Антона Камолова, так ее зовут, не знаю, который озвучивает Соника у нас. Многие не понравилось, как он его озвучил, но мне показалось, в принципе, нормально. Конечно, это далеко не так, как в оригинале. Там, конечно, намного лучше и каноничнее. Но, в принципе, я считаю, что Камолов нормально звучит, хоть и моментами как-то не доигрывает. Ну, а так, в принципе, нормально. Короче, ладно, погнали. Интересно, кто будет также озвучивать в этом фильме втором? И кто будет озвучивать Тейлза, а кто Даклза будет озвучивать? Смотрим. Давайте, я ждал. Это что? Легкий перекус и погнали! О, Рио, реально кто-то другой озвучивает. Ты хочешь сделать мир лучше? Дай порулить! Но ты слишком беспечен. Рио, реально кто-то другой озвучивает. Это что, отсылка была на второй, на первый адвенчер? Короче. В начале ребенок. Трейлера. Поверь, когда-нибудь твоя сила понадобится. Не ты выбираешь момент. Себе. Момент выбирает тебя. Аж мурашки пошли. Стой, ты это опры стащил? У него стал более такой забавный. Хор. Эггман, доктор Роботик, здравствуй. Папочка отрастил усы. Заметно. Когда я был в изгнании, я обнаружил источник невероятной энергии. Большое дело. Первый пункт в списке больших дел. Изумруд. Paramount Pictures представляет. Надеюсь, не опоздал. Прости, ух ты. Так ты кто? Я Тейлз. Ясно. Вот как мы поступим. Шаг прикольный первый, голос. Раздразни врага. Шаг второй. Понятия не имею. Правда, не такой, как в сцене посетит в первой части. Держи! И вот там другой голос был. Здесь вспомнили детские. Но тоже подходит. Ой. Прогноз на сегодня. Вероятность приключений 100%. О, храм! Соник! Вернуть отправителя! Подожди, голос уже... Тебе мои силы не видать. Наклз! А похоже, что я нуждаюсь в твоей силе. Ничего так голос. Где мои манеры? Соник, знакомься, это Наклз. Соник в кино 2. С 31 марта. Слушай, нормальный такой трейлер. Вообще кайфовый, слушайте. Во-первых, в начале трейлера отсылка на Adventure. На первый Adventure. Там точно такая же была сцена же. Почти. Да, правда, там он хот-дог не ел, но все же. Ну, хот-дог, кстати, канонично, да. Короче, Эггман каким-то образом... Кстати, все равно непонятно, как он выбрался из этого мира грибов. Каким-то образом попал на храм из этого мира грибов? Или в мире грибов какой-то храм есть с изумрудом хаоса? Это же не главный изумруд.
Это изумруд же Хаоса. Слушайте, какой он большой, однако. Что-то он какой-то большеватый. Тейлз, слушайте, подожди, Тейлз. Знакомый голос Тейлза. По-моему, в каких-то мультиках про Соника звучал. Так, подожди, послушать еще. Надеюсь, не опоздал. Прости, так ты кто? Я Тейлз. А, по-моему, его озвучивает актриса, которая озвучивала когда-то давно Тейлза, и которая еще озвучивала в этом, Sonic OVA в проекте с Super Sonic Кона. Даже? По голос похоже, по-моему, да. В принципе, он подходит, но прошлый, кстати, который был, кстати, после титров первой части, был более взрослее, все-таки получше, мне кажется, но это тоже подходит. 100%. Что это? Какие дети прям малые. А похоже, что я нуждаюсь в твоей силе. Слушай, он оказался тоже такой голос прикольный. И в оригинале его озвучивает Идрис Эльба, у нас нормально. Что я нуждаюсь в твоей силе. Ну да, как и предполагалось, Наклз будет действительно служить Эгману. И он будет, короче, как обычно во многих играх и мультиках, также и здесь он будет, короче, одурманен Эгманом. Это, конечно, странно прозвучало. Ну, в общем, он будет служить Эгману из-за того, что поверил ему. Глупый. Нуклекс. С 31 марта, а во всем мире с какого-то там апреля. По-моему, со 2 там или с 7, я не помню. Но у нас 31 марта. Ну что, в общем-то, я могу сказать? Ставлю лайк, потому что трейлер реально отличный. А что по этому поводу пишут, я, конечно, сейчас буду свои рожи закрывать. О, Сындук, ура! У Соника новый голос, который ему действительно подходит. Озвучка очень подходит к героям. Прям чувствую, как вернулся в нулевые. Вау, голос Наклза такой же шикарный, как в оригинале. Как шикарно. Ну что, голос Соник шикарный. Не Михаил Тихонов, но тоже на высоте. Ну да, ну да. Рад, что Ольга Шорох... Да, Ольга Шороха, что озвучивал Тейлза в дубляже ОВА. От Сындука. Да-да-да, вот про это я как раз таки и говорю. Я, кстати, смотрел Sonic OVA от Super Sonic Кона от Сындука, то бишь. Это кайфово. Прям посмотрел и вернулся в детство, потому что подобные мультики прям ах. Кстати, было бы интересно посмотреть оригинальный трейлер. Ну-ка. Крутой момент. Do I look like I need your power? Ну, реально. Конечно, здесь у него еще такой более голос, но, в принципе, where очень даже. У них 8 апреля выходит, а у нас 31 марта. Ха-ха! Ладно. Ну что ж, ребята, а теперь посмотрим трейлер новой игры про Соника. Sonic Frontiers. Интересно, она также провалится, как Sonic Forces? Также будет обосрана или нет? Надеюсь, Sonic Team не разочарует. Хотя, кого я обманываю? Ну ладно, короче, давайте без шуток, будем смотреть. Ну как громко. Какие-то кристаллы, так. Женский голос. Там в сливе этой игры писалось, что Сонику будет помогать какая-то девочка-призрак. Это ее голос. Жух. И ты потух. Ой, блин, а чё подлагивает? Или мне кажется? Опа, это чё? Это чё, Зельда, но с моделькой Соника? Реально, просто убери Соника и вставь Линка, и получится просто Breath of the Wild 2. Реально. Ну, писалось, что игра очень сильно похожа, но тут прям вообще... тут даже поля и горы такие же, прям, чуть ли не такие же текстуры. Не кажется ли чуть-чуть под это? И храмы похожи очень. Sonic Frontiers. ПК гейм. Ну, ПК гейм хоть не только на Epic Games, а может в Steam тоже выйдет, а? Sega. Holiday 22 год.
PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, ПК Гейминг, да. О, что-то еще там будет. Какой-то... Идить-колотить! Чё это было в конце? Какой-то гигантский робот. Ё-моё, Соник стал еще более анимешным. Графика, ну, неплохая. Ну, если бы это была катсцена на движке игры, а так это может получиться то же самое, что и Sonic Forces. То есть, хотя нет, Sonic Forces катсцены даже... Хотя нет, здесь катсцена получше гораздо, чем Sonic Forces, но Sonic Forces вышел в 2017 году, а это 2022 года игра. Поэтому, может, графика в катсценах будет выглядеть вот так вот, нормально. В самой игре графика будет так себе выглядеть. Хотя нет, тут же нам показываются сцены с игрой. Ну-ка, там был еще кадр, где Соник стоял. Где он? Во! Ну, в принципе, по крайней мере, это лучше, чем в Sonic Forces. На вид. По крайней мере, это лучше. Ну, по сути, это реально Press of the Wild, только с Соником. Ну, будет интересно посмотреть, что они там замутят в итоге. А так, мне больше нечего сказать. Ждем игру, может получиться нормальный или даже хороший, конечно, я в этом сомневаюсь. Ну, мало ли, все возможно, а может получиться очередным куском ежа. Ну ладно, ребята, ставьте лайки, дизлайки этому видео, подписывайтесь на этот канал, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах и видео в будущем. Пишите комментарии, рекомендуйте своим друзьям и знакомым это видео, если вы этого хотите, если нет, то я вам не настаиваю, ссылку на группу ВК, на мой инстаграм, на поддержку этого канала, на плейлист с реакциями в описании под этим видео, ну и, думаю, на оригинальный трейлер тоже укажу. Мало ли. Всем здоровья и пока.